Сегодня мы делаем новогоднюю композицию, используем для этого инструмент ножик флористический, ножницы флористические, можно кусачки. Используем горячий пистолет, ну, корзинку, и в чем вы делаете будет композицию. Декоративные свечи, разный цвет у меня, серебро, золото и зелененькие у меня еще свечи. Шишки. У меня будет композиция красно-золотая тематика и серебро. И вот украшения, которые я покупала в Пятерочке, в фикс-прайсе. Так, это вот такие различные вставки. Золото, серебро, красное цвет. Игрушки, грибочки красные. Вот такие вот бусинки голубые. Шишки золотые, шишки серебряные. Украшения с пайетками, шишки натуральные, различные вставки тоже с шишками, такие новогодние. И в фикс-прайсе вот купил такие веточки с искусственной елочки с шишками и с этими с ягодками. Оазис такой вот для искусственных цветов, естественно. И сизаль зелененький. Разрезаем наш оазис на три части. Для того, чтобы оно не болталось, можно посадить на горячий клей. В общем-то. Укоротим свечку, потому что они слишком длинные у нас. Мне хочется, чтобы свечка была ниже вот этой ободочка все-таки. У нас будет две свечки. Я их поставлю немножечко вот так вот на стосок. Я делаю обязательно углубление, потому что свечки, чтобы стояли более, чтобы свечки стояли более устойчиво, делаем углубление. Вот так вот. Сажаем их на горячий клей. Теперь мы достаем наши искусственные композиции, и я ножницами вот эти веточки буду отсюда отрезать. Все элементы я отрезаю. Такая веточка осталась. Вот, а теперь вот эти вот новогодние елочки мы будем сюда приделывать.
Ну, сначала мы наполняем, значит, зеленью корзинку, зелеными веточками, да? Теперь мы, что вот крупный элемент у нас шишки, я вставляю шишечки. Так, ставить эти шишечки вот так вот, тоже горячий клей. Вот, теперь я, то есть, вот у нас золотая тематика, теперь можно наполнять уже цветом каким-то красивым. Можно добавить золотые шишки. Так как у нас уже натуральные шишки, можно золотую одну посадить сюда, допустим. Ну, смотреть сначала, как это будет гармонировать, красиво или нет, а потом уже клеить, приклеивать. Я сделаю здесь красный цветок, пансетию такую золотую. Так. Думаю, она здесь будет очень красиво смотреться. Я сейчас ее расправляю, потому что она вся такая зажатая. Пансетия, она такая крупная, поэтому мы сейчас ее сначала делаем, а потом уже мелкие украшения сделаем. Ставим декоративные элементы золотые, красим нашу композицию такими шариками оригинальными. Так. Так, я хочу закрыть оазис сизали. Я поэтому режу небольшие кусочки. Так вот. И наношу клей немножко, чтобы и закрываю наш оазис. Вот на сизаль, который я закрыла оазис, я просто наклеила вот такие шарики золотые. Просто чтобы красиво было. Вот, не хотелось ничем больше заполнять композицию. Вот, и чтобы придать законченный вид нашей композиции, мы обработаем ручку. Вот, наклеив сюда золотую такую ленточку горячим клеем. Вот такая композиция у меня получилась в серебряных тонах. Я добавила голубую пансетию, серебряные, значит, бусины обработала оазис и ленточкой серебряной. Можно весь полностью оазис залепить, как бы, ну, заклеить ленточкой и сверху пустить вот эти бусы, чтобы не было вообще оазиса видно. Я буквально экспериментировала, поэтому так вот получилось. Серебряные свечи. Ну, все, в общем-то, в серебряном ключе. Так, вот это наша корзиночка, которую мы делали. С красной пансетией. Вот. И вот в такой подставочке беленькой еще одна композиция тоже с красной пансетией. Здесь немножко елочка более такая пышная.
Вот. Мне такая, конечно, елочка больше нравится. Она больше как-то естественнее выглядит. Вот. И здесь такие шишки тоже натуральные. Тоже они очень хорошо выглядят. Эта вот композиция тоже так хорошо получилась на подставке. Мне нравится. С тоже золотыми свечами. Еще одна в красной, золотой и зеленой гамме композиция. Зеленые свечи, искусственная елочка, шишки, ну такое.